у нас взаимная любовь, Киркоров в меня влюбился. Эти и другие заявления Лорак ранее будоражили поклонников. На днях поп-король опубликовал семейное видео с детьми, где помимо Аллы Виктории и Мартина была дочь Ани Лорак София. И это не единственное доказательство того, что Лорак переехала к Киркорову вместе с ребенком. В последних сторис певицы, где та катается на велосипеде, заметна знакомая терраса. Именно такую видели зрители, когда Собчак приезжала в дом Киркорова ради интервью. Судя по всему, роман с молодым участником Black Star не принес плодов. Крепкая дружба Филиппа и Каролины могли перерасти в нечто большее. На шоу «Маска», где Киркоров был в жюри, певец не раз с трепетом вспоминал о Каролине, что в очередной раз подтверждает их прочную связь. Видимо, уже тогда певица не устояла перед чарами Филиппа и поселилась в его доме. Среди шоу-бизнеса бытует мнение, что именно Ани Лорак родила Киркорову детей, личность их матери до сих пор официально неизвестна. Если это на самом деле так, то Филипп правильно поступает, разрешая Алле Виктории и Мартину общаться с так называемой «матерью».